Ребята, как вы знаете, я начал заниматься своей трансформацией. Так как работа в такси активности много не дает, а точнее ее не дает совсем, соответственно, нужно держать себя в форме, так как тем более я парень не худой. Недавно я уже проходил курс очищения организма, и многие из вас советовали мне в комментариях, что Саша, налаживай свое питание. Так как готовить нет времени совсем, я решил воспользоваться сервисом доставки готовых блюд сбалансированного питания. Сказал максимально профессионально, Сань. Простым языком скажи для своих зрителей. Все нормально, я уже импровизация, съемка идет. Ты что паришься? Я понял. Я просто испугался, думаю, что за хуйня вообще происходит. Думаю, что вроде нормально все говорю. Подобных сервисов очень много. Ну, нужно выбрать правильный, хороший сервис. Мой друг Кинодел, которого сейчас я нахожусь в гостях, выбрал вот такой вот сервис, называется Grow Food, и посоветовал его мне. И сегодня я хотел бы о нем рассказать подробнее. Да, Сань, давай тогда начинай потихонечку распаковывать. Кстати, всем привет. Я сейчас не знаю, если я покажу. Покажу. Надеюсь, не совсем страшно, Саша. Короче, Grow Food – это специальный сервис по доставке готовой продукции. У них есть разные варианты. Вот, я этим сервисом уже пользуюсь давно. И в зависимости от того, какой вы выбираете тариф, потому что у них там есть тарифы для похудания, Для похудения. А есть для того, чтобы набрать массу, это вот как раз таки тот, который у меня. И есть еще просто, чтобы не готовить. Смотрите, как классно. Вообще не нужно мыть посуду, просто вот эту, я так понимаю, срываешь и ешь, да? То есть и потом в помойку просто. Или, совершенно верно. Или сразу в помойку. Дело в том, что я вообще не любитель вот этого всего готовить, мыть посуду. Я прямо вот отсюда все это достаю. Вот, доставь потихоньку что-то. А что вот это значит? 3 ЧТ, 2 ЧТ? Это, короче, получается сейчас... это четверг, наверное. Да, тут в моем тарифе 6 рационов питания. Исходя из того, что какой у вас тариф, который вы выбрали, будет разное наполнение. Яблочный морс с корицей. Угу. А еще у них, знаешь, какая классная штука, Сань? Например, вам не понравилось, или вы не едите, вы можете написать в поддержку, сказать, что вот это вам не нравится, вы это не едите, они это вам все заменят, в последующем не будут использовать ваше меню. Это круто, кстати, да, потому что, тем более в моем случае, когда правильное питание, все-таки есть продукты, которые, ну, не очень вкусные, как минимум, да, и, соответственно, ты их не хочешь кушать, и тебе заменивают на что-то другое. Так это, получается, твой рацион на 2 дня, да, я правильно да, понимаю? Да, совершенно верно, это мой рацион на 2 дня, давай я так вот возьму сбоку, сейчас, наверное, упадет. Ай, вот эта штука, да подставка. Ладно, ничего страшного, все. Давай это все, коробку в сторонку. Все так красиво. А ты даже сегодня еще не ел, да? Получается? Да я еще не завтракал, да. Че, будем смотреть, как ты это будешь есть, а? Конечно. Вот это, например, блюдо из яичных продуктов, охлажденный продукт, скрэмбл нежный с сыром. Да, короче, тут прям все полностью написано, все составы, ингредиенты, граммовки. Я так понимаю, где-то остальное. Можно, в принципе, ознакомиться с меню, наверное, на сайте, да? Конечно. А можешь это все за раз съесть? За раз? Нет, конечно, ты что? Давай эксперимент проведем. Ну, давай на этом видео наберем 10 тысяч лайков, и тогда ладно. Да-да-да. Тогда это все съем одним разом. Дима, расскажи, почему ты пользуешься такими сервисами? Слушай, Сань, видишь, так как я связан с монтажом, и твои ролики нужно делать максимально оперативно и быстро, и, следовательно, у меня нет времени просто тратить времени на готовку. Как бы это странно ни звучало, но для меня готовить – это дорого. То есть для меня дешевле вот именно заказать такой сервис, потому что я экономлю времени на готовке, на уборке посуды. И самое главное, я смотрел ролики как-то, что если, например, взять за основу покупку продуктов, вот именно вот этого всего рациона, это выйдет гораздо дороже. Ну, то есть, получается, ты каждый раз, во-первых, не паришься, что тебе приготовить, и у тебя постоянно идет разнообразие, и при этом это выходит намного дешевле, если бы ты то же самое разнообразие готовил для себя. Вот. Для меня вот такой плюс. Ну, то есть ты хочешь сказать, что мне не нужно будет заморачиваться продуктами. Но в твоем случае, Саня, это самый, наверное, оптимальный тариф похудения. Да, я лишнего просто не съем, да? То есть тут уже посчитано все, да? Ребята, если серьезно, по совету Димы я решил воспользоваться данным сервисом. Тем более сейчас очень вкусные цены. А также для вас есть промокод на скидку, который вы сейчас видите на экране. И по ссылкам в описании вы можете сделать заказ и заценить вместе со мной данный сервис. Ты нам, Сань,
сегодня потом расскажешь, что в итоге получилось. Конечно, конечно. Покажу, сколько у меня килограммов ушло. Ну, естественно, перед тем, как мне сделать заказ, я решил у Димы попробовать завтрак. Угу. Так что завтра ты без завтрака будешь, ничего, брат? Ничего страшного, ты тебя же ничего не жалко. Да? Угу. Ой, как хорошо. У тебя там йогурт, да? Да, у меня йогурт, и тут какие-то, я не знаю, как это, какие-то орехи или что это такое? Десерт с грановыми ягодами. Слушай, ну смотри, тут как все, столько много, а? А у тебя что такое тут? Ох ты. Омлетик вообще свежайший, с сырком. Да? Mm-hmm. Покажи удовольствие. Это не наигранное? Нет, это реально, потому что я есть хочу, пипец. Я тебя ждал. В обед снимаем завтрак, да? Да-да-да. Это вкусно. Вкусно? Угу. Я ж плохого не посоветую. Ну да, ну у тебя максимально это, тут калорий много, правда. Ну просто, видишь, я, чтобы с тобой сравняться... Культурист, да? Нужно есть побольше, а то доходяга такой. Ну вообще жесть. Так что, ребят, однозначно рекомендую, заказывайте, реально очень много полезных, больше пользы, чем вреда. Ну да, разнообразие, как бы, это тоже, ты же много не приготовишь за раз. Конечно. Это как, знаешь, борща наварил, неделю ешь, да, то есть он тебе на третий день уже тошнит. Так, вот и так и получается, потому что если ты готовишь себе намного, на долгое время, то тебе, получается, нужно большой казан приготовить, и потом сидишь и реально питаешься одним борщом. А тут каждый раз разнообразие. Это раз. Плюс тебе не надо вообще готовиться и париться. У меня вон быстренько в микроновку вот поставил, разогрел, все готово. И дальше монтируешь. А в машине бывают микроволновки? Ну, у Сисуна, да.